Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Максим, мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии, часть 5, дополнение Владыки Севера. Итак, что же произошло? Произошла не очень приятная вещь. Во-первых, я поставил свободную камеру, еще не научился ей управляться. Так, секунду, как-то же тебя можно развернуть? Сейчас, вот, все, нормально. Какая вещь произошла? В прошлом видео я обмолвился о том, что я пойду собирать бестии для продолжения нашего похода. Потом, немножко вне записи поиграв, я понял, что мы просто перегуляли время, то есть прирост бестий уже не покрывает тех существ, которые появляются на карте. То есть здесь средняя их сотня, здесь уже тоже, ну здесь пока низкая. Вот. Но суть не в этом. Даже здесь мы на низком пробьем, да, то есть здесь пробиваем, естественно, с потерями. Там, как помните, лучники, здесь гончие, вот здесь вот так охраняют. То есть здесь везде мы теряем. И в итоге, немножко погубаторив, поняв, я понял, что нифига здесь не получится. Я так и уперся там в одних нейтралов, которых необходимо было просто пробить для того, чтобы достичь пункта назначения. Но они, на них стояло рейтинг опасности без шансов, и все мои вот эти приросты, я здесь просидел еще месяца два, наверное, тупо сидел, вот так вот пропускал ход, ля-ля-ля, и все до конца, набрал около 60 или 70 бестий, и, естественно, там-то тоже прирост идет, то есть все это бесполезно, друзья, оказалось, поэтому все, застопорились мы. А всему, как мне кажется, прокачка здесь должна быть, ну, не такая. А вообще, геройский уровень сложности, я так понимаю, не подразумевает какую-то свободную прокачку. Тут надо думать. Вот в таких миссиях, где много мелких нейтралов, лучники, все дела, где надо быстро их проходить, лучше всего с этим справляется именно управление машинами. Именно поэтому я переиграл миссию, я рестартовал очень много раз, до тех пор, пока мне после 2-3 сражений, ну, на первое повышение уровня, мне не выпадет именно основы управления машинами. И, то есть, мне повезло, после первого или второго оно выпало, плюс мне дополнительно повезло, выпало именно баллиста, потом еще и скорострельная баллиста, то есть трижды выстрелов, да. Сейчас она у меня развитая, к сожалению, не искусная. Вот, сюда бы еще палатку первой помощи, вообще было бы замечательно. Катапульт, конечно, тоже хорошо, но что сделаешь. А нападение у нее развитое постоянно, то есть это ее перманентный навык, с этим ничего не поделать. Ну, дальше вот мне повезло с хаосом, с чародейством и образованием. В принципе, мне, по идее, ничего больше не нужно. У меня 90 маны. У меня в книге заклинаний есть молния. То, что нужно. Ну, каменная кожа еще. То есть молния. И я еще, мне повезло, я выучил оглушалку. Вот, повелитель бурь оглушает. Я думаю, что это вам поможет, в принципе. Притяжение маны, то есть пока все нормально. Я вот дошел, в принципе, без больших проблем. Здесь войска очень низкие, они еще не успели сильно очень накопиться, поэтому это бы, конечно, не пригодилось, но тут нас перебьет. Надо вот волков побить, колдовство, все дела. Поэтому давайте мы сейчас этим и займемся тогда. Один минотавр, попробуем вручную переиграть. Здесь еще какие-то другие волки были. Я вообще предпочту, наверное, даже, знаете как, просто взять одних ведьм. Они неплохо танкуют с двумя кольцами на жизнь. То есть у них аж 94 здоровья. Давайте вот этих сначала поставляем. Так. Ну это ерунда, конечно. Я вот думаю, застрелить их или замедлить кого-то. Вот это вот что такое? Охота стаи, вой, аура храбрости. Мне вот эти вот ребят не нравятся, поэтому я пока их в заметло, наверное, кину. Здесь только двоечка, да, вот молнию на них тратить очень не хочется. Но мы давайте тогда так все-таки ударим. Ну, баллисти, естественно, по барабану ничего не сделают. Так, тут понятное дело. Так, тут можно, в принципе, освободить. Но я лучше сделаю это героиней. А здесь начнем стрелять вот этих. Да, раз, два, три. Что-то у нас по здоровью. 4, да? А тут, наверное, помедлю тогда еще какую-нибудь скотину. Ну-ка, Акару можно наложить на баллисту? Нет. Так, замедлить. Какая скотина будет первее? Вот это, да? Вообще, конечно, то, что они стая атакуют, это проблема. Это беда. Так, все-таки, я думаю, давайте начнем молнией работать. Не нравится мне эта тенденция. Так, можно и завалить нам одну девку. 34. Слабость. Так, ну это ерунда.
Блин. 27. Вот палатку первой помощи не купил. Не беда прямо. Давайте вот эту расстреляем. Молния, да? Молния сюда пойдет, наверное. А в защиту, что ли, встать? Слушайте, мы сейчас так потеряем одну. Я что-то доигрался, походу, вообще. Сейчас они меня закусают, да. Нет, все. Отставить. Потеря времени. Тупая потеря времени оказалась. Ладно, тут вообще-то фуриями можно одними, наверное. Ну как одними? Не одними, конечно. Вот это вот быстрая схватка, это чистый рандом. Из переигровки в переигровку оно всегда рандомило. Так, фурки. Удача, к сожалению, практически не срабатывает. Давайте добьем их. Отлично, тут замедлим, наверное, да? А там я видел колодец с маной, так что давайте-ка мы постреляем по-человечески. Молнии, здесь выждем. Так, тут начнем бить. Бить и стрелять, короче. Нефиг тупить. Так. Надо было сразу так делать, потому что-то вообще жесть. 3, 4, 5. Ну-ка, добей их. Да, молодец. Ну и все. То есть надо было не выпендриваться, а тупо так и делать сразу изначально. Хорошо, никаких потерь. А, предел развития достигнут, поэтому берем только золото. Гулять, конечно, нежелательно. Но сейчас следующая неделя начнется, и опять они все повырастают. Так, золото не взял. Низкое. Неужели так все плохо, а, будет? Давайте попробуем. 1, 3, 1, 3, 3, 3. Давайте посмотрим, что можно сделать. Может быть, ассасинчиков, болванчиков высунуть? Парочку. 43 ведьмы. Ну, фурии пострадают, понятно. Минотавры, фурии. Да, блин, уберись. Дело в том, что они выманиваются тупо на... Они не колдуют, они выманиваются вот на этих вот. Это смешно, на самом деле. 2, 3. Замедло не сработало. 4. А, вот мы оглушили их, отлично. Сейчас посмотрим, что он сделает. Нет, он, падла, решил сколдовать таки против меня эту фигню. И сейчас нам необходимо его убивать. Нам нельзя сейчас дать походить ему вообще. Но я думаю, что все-таки он походит. Хотя мы его, смотрите, мы его станем так хорошенько, что может быть он и не походит. Да, отлично. Ловит стана лицом. Хорошо. Отлично, нормально, без потерь. Даже лучше, чем я предполагал, вот из-за этого стана. Это хорошо, что я его взял. Молнией. Так, ну все равно нам не следует бегать долго здесь. Это я взял чисто, вы сами понимаете, для чего. Чтобы был шанс у противника. Ну что, давай, заменяй. Вот. Так, а у меня почему боевой дух? А, у меня потому что вот. Туника из плоти на мне висит. Так, и вот здесь вот прекрасные арбалетчики, которые хранят прекрасный свиток с заклинанием воскрешения. Этим надо будет пользоваться срочно. На этой, к сожалению, неделе я не успеваю. И сейчас бабац, прирост, да? Неделя лихорадки, ух ты, все поумерли. Ну, в принципе, ладно. Давайте вынесем их без потерь, это замечательно. Сразу берем свиток. 5 фурий, это мы сейчас попробуем исправить. Хотя не знаю, как пока. Станковать у меня ведьмы, скорее всего, не смогут. На арбалетчиков они не кинутся. Ой-ой-ой, как все плохо-то. Их тут много. Забывка на первого, да? Так, а молнию сюда пустим. Так, этот не больно выстрелил. Вот этот больно уже выстрелил. 21. Давайте. Блин, молния, конечно, меня очень радует. Так.
И баллиста меня тоже очень радует. Что там у тебя? 20, ну один хит снял. Так, ты под забывкой, поэтому убираем тебя. Да тут уже не важно, короче, все. А, ну тогда тебя достреляем, да. Да, отлично, ведьм у нас здесь станчили, даже несмотря на то, что мы убрали колечко. Одно. Хорошо, вот оно, воскрешение. Нам мана позволит воскрешать. Ой, блин, как я хочу уже закончить эту долбанную миссию. Ладно, пойдемте туда. Пополним запасы. Нам еще надо вот этих собак убить. Они уже низкие, вот эти очень низкие. Ну давайте с собаками займемся. Отлично. Вот это отлично. Знание. Это то, что вообще очень нужно долбанному чернокнижнику. Надо будет за палкой как-нибудь зайти. Отлично, вот она, баллиста в действии. То есть, как только я купил баллисту... Так, вот здесь я, наверное, зря обошел. Тут новые стражники, как вы сами можете видеть. Вот, и препона самое главное. Я сейчас, скорее всего, надо прямо к ней будет забежать. Потому что вот здесь будет место, где надо копать. И вот эти гады их охраняют. Надо их скорее уничтожать. Вручную 50, да? Здесь, я думаю, будет все хуже. Знаете, что, может быть, разделить? Давайте-ка мы, наверное, вот этих пока в кучу. Вот этих поделим. Ведьмочек. 2-3. Я хочу кинуть сразу нескольким отрядом забывку. А, ну вот они оба. Сколько ходов? 7 ходов, то есть 50%. Будет уже не так больно бить. Первый пошел. Это тоже 5 ходов. Ты у нас будешь первый, да, кто умрет. Вот оно, воскрешение, 12. Исцеляющая сила, к сожалению, только 90. Так, 24. Ну, давай тебя прострелим. 36, однако, это больно. Но, если что, воскресим, я думаю. Пошел нахрен. Так, и можно замедлить еще, кстати говоря. И ты туда же давай. 24, 25. Давайте пока сконцентрируемся на одном. А этого мы будем оглушать. Я предлагаю не стрелять, предлагаю в оборону пока встать. 24, 1-4. Вот этого теперь. А, вот она, дизмораль. Минус один, правда. Ну да, у них не так много. Так, вот это сейчас умрет наша птичка, к сожалению. Так, 3-4. А этого пока не стреляют, да? Поэтому давайте мы его тогда атакуем. Это и в оборону. 1-4, 1-4. Сейчас он ее добьет. Да. И единственный вариант воскресить ее. 83. Ага, вот теперь она хуже, да? А теперь у нее здоровье, в смысле, меньше, а не хуже. Удача вообще не работает. Как бы две удачи, это мало, да? Так, отличный свиток. Я так думаю, он неспроста здесь. Я вообще думаю, что вот эта вот повозка с боеприпасами, она неспроста здесь стояла, считайте, в начале уровня. Так вот намекая, да, что, ребята, как бы... Как ты выжил-то? Что... Если ты на геройском уровне играешь, ну давай, несуйся сюда без навыка на баллисту. Отлично. И давай-ка ты это самое, покупай у меня все. Вот, если что... Опа. Тралсай. Шадия. Так, слушайте, наверное, мне не стоило пока делать. Давайте посмотрим, что нам кто скажет. А, ритуал. Это я типа уже выследил, что ли? Хорошо. Нифига. Планируй. Думай. Выжидай. Старые друзья не забыты. А старые враги? Никогда не будут прощены. Я хочу устроить праздник. Приведи мне раба. Свежего. И принеси полотенце. Свежий раб, это как? Вытирать кровь. Как пожелаете. Я научу тебя новому обряду.
для которого нужны новые жертвы. Но будь осторожен, чтобы никто не узнал. Прекрасно. Что я должен? Стой! Я слышал какой-то звук. Голой жопой. Это шпион. Вражеского лазутчика надо изловить. Жанрис, бойный. Ой-ой-ой. Найди и привести ко мне шпиона. И стражников, что его пропустили, тоже. Не хочу я сейчас с ними драться, то меня победят. А, так и все, что ли, на этом? На самом деле я недоволен. Хотя бы просто потому, что я далеко не все повышалки обошел. А мы не всех убили. Как бы. Ну и ладно, хрен с ним. Я думаю, что дальше мы справимся. Так, вторая миссия. Давайте сейчас загрузится, и я прочитаю. Потому что у Бандикама немного все плохо. Это не фрапс у Бандикама. Дело в том, что при загрузке прерывистый голос. Почему? Ну, голос прерывается. Вторая миссия — раскол. Подлинный адепт Малсары подобен тени, быстрый, незримый и безжалостный. Огонь войны еще не охватил их Шайл, но его жар уже горячит сердца героев двух великих семейств — клана Заклеменных Тенью и клана Суровых Сердец. Вновь, как и в прежние времена, их противостояние решит судьбу всех жителей Икшайла. Так, колода Таро. Удачи и знания я беру. Хотя... Нет, я беру. Там знания. Еретики Суровых Сердец хотят отдать наш народ в рабство своим адским владыкам. Они осмелились приступить в путь Туитханы. Сколь сильна в них скверна. Их кровь потечет еще сильнее, клянусь. Надо предупредить наших родичей. Клан Заклеменных Тенью должен узнать о лжи Тралсая и судьбе Шадии. Наша жизнь служение, сестра теней. Так, стоп. Куда поехал опять? А в чем прикол? Прикол в том, что субтитры не совпадают с озвучкой, да? Ладно, что у нас есть? 105-120 уже маны. Интересно, это почему? Потому что у меня колода Таро, да, еще? Давайте, присоединяйтесь, естественно, на... Какие задачи, значит, это мы прочитали, должна в течение 2 недель пройти через первый гарнизон. Вот так вот, опять очередное испытание. Илая раскрыла секрет Тралсая, вождь клана Суровых Сердец этого просто так не оставит. Единственная надежда Илая на спасение — бежать в родные края. У нее есть всего 2 недели, чтобы преодолеть первый приграничный гарнизон. Вожди всех кланов враждуют друг с другом, и никто из них не станет преследовать Илаю на землях своего соседа. Так, понятно. Ну что, шевелимся тогда. Смотрим, я так понимаю, гарнизончик здесь, и что он себя... Средний гарнизон. Средний, второй. Уже высокий, но нам главное первый, да, пройти. И третий совсем без шансов. Я так понимаю, что наша задача — это по пути, на время. Мы сейчас должны будем ходить и посещать все эти гарнизоны чертовы. По-моему, да. То есть один гарнизон, 2 недели, на второй там вообще неделю. Может быть, не знаю, не уверен. Так, иди отсюда. Так, мне что, прямо сейчас на него нападать, что ли? Я не хочу. О, ключник, а тут средние эти уроды. А что мне даст ключник? Ладно, пока не важно. В кустах что-то странное, хотите? Ну, хочу, конечно. Вы нашли золото. Не, ну ладно. Так, брысь. Ничтожные черви. Так, у нас пока еще неделя первая идет. Хорошо, прирост. Лазутчики, не ассасины, слава богу. И здесь, да, военная школа. Так, низкая удача, плюс один. Ну нет, мне это не надо, у меня есть колода Таро. Погост, блин. Значит, тут он первый, да? Ну, мне надо пробивать вот этих... Они ж неспроста тут стоят, какие-то секреты хранят по-любому. Вот как раз логистики-то у меня и нету, которая мне была бы нужна здесь, чтобы управиться. Ладно, давайте сохранимся здесь прямо. У нас еще 10 дней получается, да? Ну что, брысь или ко мне? Ну, скотина, чё вы. Так, лазутчики — это всегда хорошо. Зомбари. Брысь. Не понял, каким макаром. А, знаете что, баллисты нету. Да, тут будет все немножко посложнее теперь. Ну, лазутчики будут стрелять. 1-2, и да и Шадия наша будет. Ой, не Шадия, а кто она там? Илая. Постреливать потихонечку. Ну давай уже, шагай.
Единственное, я пока что не видел этой самой. Не видел колодца с маной. О, отлично. Ну, сэкономим ману тогда, да? Просто вот так сделаем. Ну, главное уложиться с первым гарнизоном, пройти его вовремя. Здесь надо все собрать. А, вот он колодец, да. Просто затупил. Так, хорошо. Тут у вас призраки, тут еще одна школа. Эту штуку можно посетить. Так, давайте вот так вот как-то отдалим чуть-чуть. Охренеть, 123. А откуда у меня столько маны-то? А, понятно, удвоилась, да, она тут. Как и в прежний раз, будем играть аккуратно, потому что, мало ли, нам надо с гарнизонами умудряться справляться. Так, попали. Ну, тут, благо, молнии, они убиваются все быстро. Так, кто тут? Ну, ты первый. Потому что ты быстрее всех прилетел. И дальше всех, зараза, ходишь, да? Так, а что я туплю? Надо было бить фурии-то. Так, ну ты не долетаешь. Ну понятно, здесь все простенько. Оп. Так, фурия, что, спилишь их? Ну давай. Красава. Блин. А вот могу и не попасть, между прочим. Ну-ка. Ладно, вы попали. Могли тоже, кстати, не попасть. Просто повезло. Так. Так, я так понимаю, что ресурсы здесь все неспроста лежат. Они нам могут пригодиться. Так, хорошо. Останется сейчас еще неделя. Принять хижина ведьмы там, да? Так, вот тут я, пожалуй, наверное, сохранюсь. У нас есть еще неделя, если что. Я думаю, мы гарнизон успеем набежать. Что ты мне даешь? Ах ты, тварь. Вот это хорошая неделя, но, к сожалению, у нас огня нету, костер. А ты что охраняешь-то? Часовинку ты охраняешь, да? Ты охраняешь храм магических чар, руда. Вот, блин, вот со стрелками будет плохо, на самом деле. Тут будем потери начинать нести. А нам потери, ну, неприемлемы. Ух ты, как вас много-то. Ладно, не беда. Блин, да просто стойте, короче, в защите. Мы будем развлекаться молниями нашими. Ура! Так. Ну, пока не доходит. Хорошо. Так, теперь ты пока. Один, два, два ровно, да? Хорошо. Так, вот теперь нас начинают прижимать, поэтому спускаемся сюда. Так, ну тебя, кстати, грохнем сейчас. Так, а тут лазутчик по ним стрельнет, короче, я думаю. Так, мы начнем тогда с этих. Лазутчик не убивает, но фурия сделает. Ждем пока. Так, вот это плохо, что боевой дух, поэтому сейчас ему по голове настучим. Он, кстати, почему-то совсем не оглушается. Так, ты в оборону уходи. Без прямого удар. Так, фурия. Ну, давайте так. Добиваем. Так, ну я думаю, здесь фурия справится сама вместе с бестией. Без траты маны, да. Так, хорошо. Поперла неделя у нас. Надо не забывать про это. Я бы, конечно, вернулся бы за лазутчиками, но сейчас, я думаю, надо дособирать вот этот весь хлам. Сюда я не хочу идти. Там страшно, там стрелки. У меня баллисты пока нету. Ну давай, давай, давай. Так, что, подраться с ними? Не понимаю, как терять автобой? Так, хорошо. 28, нормально. Мана у нас пока навалом. Но скоро будет кончаться, да? Это что было?
Боишься, чтоб не покусала тебя моя девка? На. Этот уже на полную решил, да, выбежать катушку. Ну, так-то их все равно немало, конечно, блин. Так, будет ответ, поэтому нафиг пока. Так, добьем, ну-ка. Молодец. Так, пока фигня. Удачи, боевой дух, отлично. Дважды ходим. Опять боевой дух. Сколько у нас боевого духа на них? Да два всего, кстати говоря, не так и много. А бегают хорошо. Воодушевленно. Отлично. Ну вот он, хаос во всей красе своей. Отлично, высшее образование, либо же сильная магия. А я предлагаю сильную пока взять. Так, погост, погост трогать не будем. Вот эту орду мы перебьем. Блин. Так, 76 всего, они в одной кучке. И у нас должно посильнее сейчас быть. Все, 3 по 13 уже. Так, давайте-ка подойдем. О. Чтобы уже хоть добегать до них. А надо будет так, кстати, рассчитать, чтобы если мы хотим взять еще существ из военной школы, то... дни надо будет рассчитать. Так, 2 раза еще успеем ударить, как минимум, чтобы отбежать. Получи по башке. Ты пока куришь, ты стреляешь. Так, хорошо. Успеем еще раз ударить и отбежать. А, ну, в принципе, все, сейчас я молнии их уже прихлопну. Так, ну что? Что-нибудь полезное? Нет. Так, стрелков пока-то я не хочу, честно говоря. О, каменные шипы. Ну, польза, конечно, от этого как... Как не знаю, с чего. Все, я полагаю, надо отправляться за военной школой. Но мы не успеваем это сделать. Смотрите, 2 дня сюда... 2 дня потом обратно. Никак. Средняя, да? Лазучики всех перестреляют. Ладно, давайте тогда сразу сюда. Ну как ты мог потерять ее? Я предлагаю сейчас тогда начать драться за гарнизон. Так, ну тут мы выждем, они сами прибегут. Вот ты такой храбрый, да? Малыш. Умрешь первым. 23, 32, кстати. Хорошо бьет молния, мне нравится. Скелетиков всяких, они разваливаются быстро. Так, вот можно добить, да, я думаю, да. Ну и все вот так. Так, другая беда будет у нас вот с этими каменными пацанами, потому что их мы просто не убьем магией, да? А ключик, ключнику очень не хочется взять, ключника получить. Давайте попробуем. Автобой нам скажет победу. Победу он нам сказал. Так, от единички здесь делить нет смысла, просто потому что... Что у них там? 50% непробиваемости. А потому что у них бесконечный ответ. Уповаем только на... Ой-ой-ой-ой-ой. Как плохо мы бьем. Блин, да что ж такое, еще не дошло. По однерке это вообще курам на смех. Тут можно и прогореть. Запросто причем. 2-1-1-1. Давай тут 2 раз. Вот слева. Вообще надо было оставлять одних фурий. Они бы хотя бы бегали просто. Пока мы молниями разбирались бы. 0-0-0. Ну, давай тебя. 2, хорошо. Да, непробиваемость у них суровая, конечно.
Но сейчас, если ничего не получится, я, конечно же, буду брать только фурии и, наверное, даже на паузе переиграю, потому что ну нафиг это смотреть. Как я тут изворачиваюсь. Так, все, отходим. Два. Один, один, один. Два, давайте два. Угу. Вот вы и пришли, да? Вот вы нас и поймали. Эти пока не поймали. Эти сейчас умрут. Значит, нам угрожает четверка, да? А, ну еще семерка будет угрожать. Так, а если вас всех аккуратненько назад перевести? Им за спины. Семерка не достает. Вот это вот достанет, да? Ладно, пока выждем. Угу. Так, двойка. Можно в побегушке, конечно, поиграть. Так, Ctrl, да? Ctrl оставляет. Так, добьешь, ну и, конечно. А вот желательно бы, чтобы ты добил их. Так, убегаем нафиг. Один, два, один, угу. Ага. Так, ну тут мы спрячемся, я думаю. Какая семерка? Вот эта семерка, кстати, пойдет скоро. Я так думаю, что если прятаться, то надо уже сейчас перебираться начать. Ну и тебе тоже. Так, вот сюда. Мы все равно пока молнией играемся. Да чтоб ты! Каменные шипы. Ну, нет, каменные шипы это ерунда. Так, один, один, один. Так, ты пока стой. А ты сюда. Ага. Побежали обратно, да? Весельчаки. Держи, так. До этой однырки мы не достаем. Так, поэтому нам сейчас надо будет отбегать. Вот сюда, да. Так, а эта однерка до нас достает, кстати, до лазутчиков. Но я думаю, лазутчики выживут. Один, два. Да ты зараза-то, а. Не выжили. Так, ну что, начинаем перестраиваться по-тихому сюда. 0-1, хорошо. Так, ты беги нафиг в самый конец. Ты давай двоечку покажи свою. Оп. Так, ну а мы бежим дальше. Бежим бегмя. Так, давай 0-1. Ладно, друзья, короче, таким макаром. Давайте на паузу, наверное, нажму. Ну, потеряли одного лазутчика, конечно, что более лучшим результатом оказалось. Так, и сейчас нас будет ожидать битва века, в которой мы, наверное, просто разделим единичек опять кучу и пойдем сражаться, да? Че, пошли? 4-3, 4-3. Не знаю, что сделать. Можно, наверное, я уберу просто фурий с дороги. А вообще на одних лазутчиках затяну, да? Потому что лазутчики у нас, они их полно. Их полно. Молнии у нас хватит. Я думаю. А лазутчики пусть у нас плотной стеной стоят вот так вот. И огораживают всех. Массовым здесь у нас никто бить не будет. Конечно же. Во. Так, ты первая на тот свет. Блин, вот эти вот козлы, они сейчас будут стрелять больно. А, нет, если по однеркам, ради бога. Я только за. Блин, 13, да? Придется добивать. Так, минотавры, минотавры пошли. Давайте стрелять. 22, хорошо. Оглушили. Да не, надо постреливать. Отлично, с удачей. Так, ах, вот два я теперь потерял. Так, теперь на очереди минотавр. Я думаю, что молнии теперь надо ему в голову убить. Отлично. Потому что если он подойдет, мало не покажется никому.
Так, еще лазутчики. Да, три. Итого пятерых уже теряем. Или шестерых. Сколько у вас там? 25, да? 25, 25. Так, нет, давайте-ка мы просто отойдем. Не надо подставляться под эту единичку. У нас есть более крутая цель. Это вот эти гады-лазутчики. Надо их оглушать. Так, тут все само собой. Да-да-да, давайте расстреляем их. Что там 23, блин? Не получится так их расстрелять-то просто. Надо стрелять туда. Блин, ну много теряем. Ну, много, но они бесполезны, в принципе. А, ну хорошо, ладно. Так, бьем. Стреляем. Добиваем. Стреляем. Получаем. Все, хорошо. Первый гарнизон пробили. Сейчас нам по-любому поставят новые временные рамки. 8. Охренеть много. О, искусная. Это хорошо. И скажу, давай-ка ты, братан, еще быстренько. А что, все, я назад не могу? В течение 3 недель. Короче, понятно все. Ну ладно, мы хотя бы здесь палатку ключника взяли. Понятно, что мы здесь кое-что оставили. Ну, не беда, не беда, я думаю. Низкие эти самые девчонки. Вот. Друзья, я думаю, что на этом давайте мы серию закончим. Большое спасибо, что смотрели. Если вам она понравилась, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, оставляйте свои... Ставьте свои лайки. Всего вам самого хорошего. И как мы будем проходить третий гарнизон, я не знаю. В течение 3 недель. Я вовсе не намерен просто так отпускать Илаю. По ее следу движется еще один демонопоклонник. Чтобы успеть уйти от погони, в запасе у нее остается всего 3 недели. То есть надо подготовиться к пробивке вот этого гарнизона теперь. Если мы сейчас сюда ломанемся, нам конец. И здесь вам уже все, не вернуться, да? Жесть. Вот. Всем пока.